Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Вот и наступила осень, хотя у меня такое чувство, что осень украла у нас и кусочек лета. И по этому поводу я решил подготовить для вас подборочку из 15 осенних товаров, которые можно купить на сайте AliExpress. Рекомендую вам пользоваться кэшбэком, с его помощью вы вернете себе часть денег с покупки с множества интернет-магазинов. Все ссылочки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, я оставлю в описании. И, кстати, обязательно посмотрите это видео от начала до конца. Так вы сможете принять участие в конкурсе, который будет в конце. Приятного просмотра! И первым нужным осенним товаром будет у нас дождевики для обуви. Они предназначены для многократного использования. Подошвы с отличными противоскользящими свойствами для обеспечения вашей безопасности. Выполнены из прочного водонепроницаемого материала и предназначены для защиты обуви от воды и грязи. Верхняя и средняя часть изделия присборена на эластичную резинку. В комплект входит эластичная резинка на кнопках для более плотной фиксации дождевика. Благодаря таким дождевикам ваша обувь будет сухой и чистой в любую погоду. Милый ночник в виде котика. Осенью рано темнеет, а с этими светильниками в вашем доме будет не только светло, но и уютно. Они включаются и меняют цвета с помощью пульта или от прикосновения. Невероятно мягкий на ощупь. Компактный размер и устойчивая конструкция для гибких поверхностей имеет режим вибрации, с помощью которого переключает 7 видов цветов, а также и другие режимы. Заряжаются такие котики от компьютера и розетки. Стельки с подогревом. Не очень приятные ощущения бывают, когда пальцы ног настолько замерзли, что ты уже перестаешь их чувствовать и идти нужно еще далеко. Но это стало не проблемой, когда появились вот такие умные стельки с подогревом. Они работают на дистанционном управлении и очень пригодятся вам не только в осеннюю пору, но и зимой. Шнур в комплекте на 1,5 метра. Зарядка стелек осуществляется от сети через разъем microUSB. Если рядом нет розетки, вы сможете зарядить умные стельки от внешнего аккумулятора. Куртка с подогревом предназначена для зимы и осени, как достойная альтернатива пуховику. Куртка имеет несколько элементов. Один располагается в капюшоне, и он довольно гибкий. Голова всегда будет в тепле. Второй располагается на спине, оберегая от холода поясницу и шею. А третий находится в области груди с двух сторон, согревая вас спереди от горла до паха. Нагревательные элементы выполнены сеткой. Они эффективно расходуют заряд и распределяют тепло по всей толстовке. Стильный супер маленький зонтик – это самый маленький и самый легкий зонт. Он такой компактный, что его можно носить даже в самой маленькой сумочке. Этот зонт для тех, кто ценит удобство и качество, ведь несмотря на свои размеры, он прекрасно защитит от дождя и устоит под резкими порывами ветра. Зонт будет отличным подарком жителю города, где компактность ценится на вес золота. При длине в 17 см почти не занимает места. Весит 195 граммов. Спасет вас от неожиданного дождя и пригодится в поездках. Сделан из полиэстера, поставляется в чехле. Зонт механический. Вам надоело мучиться с наушниками в осенние и зимние холода? Уши мерзнут, а провода постоянно сплетаются? Для вас придумали специальные шапки, которые не просто согревают вашу голову, но и прекрасно греют уши любимой музыкой, безо всяких проводов. Шапки с Bluetooth даже могут принимать входящие звонки и передавать собеседнику ваш разговор. После первой зарядки устройство готово к использованию. Первое сопряжение займет всего несколько секунд, а контакт сохранится в радиусе до 10 метров от смартфона. Универсальная грелка. Лучшая грелка, конечно же, кот, но его, в отличие от этой штуковины, нельзя брать с собой на работу. А в эту мягкую грелку в виде кошачьей лапы можно сунуть руки и ноги. Как вариант, можно сесть на нее. Просто воткните провод в USB разъем и наслаждайтесь теплом. Она подходит для любого, даже очень большого размера ноги. Модель имеет необыкновенную мягкую поверхность из микроволокна и очень приятную на ощупь подкладку. Она очень быстро нагревается. Качество, удобство и функциональность по приемлемой стоимости. Осень – пора сбора грибов и орехов. И здесь без добротной плетеной корзины не обойтись. Плетеные корзины – это не просто красивый способ преподношения подарков, это, пожалуй, самый экологичный способ хранения продуктов. Вы можете выбрать размер и оттенок. Область применения плетеных корзин весьма широка, начиная от упаковки подарков и средств транспортировки продуктов, заканчивая ролью необходимых и изощренных лотков из ротанга для продуктов в магазинах. Также корзина пригодится для последних в сезоне пикников и поездок на дачу.
Если вам кто-то скажет, что носить калоши не модно, не верьте им. Они просто не знают про прозрачные резиновые кеды с яркой шнуровкой. Такие калоши смотрятся очень круто, а главное, с ними ваши ноги останутся сухими даже в самую дождливую погоду. Эту обувь можно дополнить яркими гольфами или носками, комбинировать с джинсами, шортами и юбками любой длины. Купив такие прозрачные ботинки от дождя, вы влюбитесь в них с первой примерки, ведь они имеют не только уникальный и эффективный дизайн, но и славятся своим исключительным удобством. С ними ваши ноги будут всегда сухие, и они подойдут как мужчинам, так и женщинам. Вот вам еще один вариант спасения от осенней слякоти – непромокаемый плащ с капюшоном. Есть множество расцветок и есть размеры как для женщин, так и для мужчин. Когда выглянет солнце, дождевик можно компактно сложить и убрать в чехол. Швы дождевика хорошо проклеены изнутри, а капюшон можно завязать при сильном ливне. Сделан плащ из невероятного легкого, экологичного, упругого и эластичного материала Ева. Самурайский меч катана. Такой зонт сможет выделить вас из толпы, ведь рукоятка изделия имеет точное сходство с рукоятью настоящей катаны. Данный аксессуар придется по вкусу любителям восточной культуры и не останется незамеченным противоположным полом. Зонт выполнен из качественных материалов, пластика, полиэстера и металла. Он открывается автоматически, а закрывается вручную. В комплект входит нейлоновый чехол с удобной ручкой для ношения через плечо. Диванный столик выполнен из экологически чистого бамбукового дерева, поэтому дарит не только удобную работу за ноутбуком, сидя или лежа, но и возможность позавтракать в постели. При этом он идеально вписывается в любой интерьер. Кроме подставки, которая регулируется по наклону, имеет неподвижную часть с выемкой под стакан, а также поверхность под компьютерную мышь. Подставка для гаджетов регулируется по высоте и имеет отверстие, чтобы компьютер не грелся. Есть выдвижной ящик для мелочей. Корзина для сбора фруктов. Эффективная насадка, которая предназначена для сбора урожая фруктов. Это легкая, но прочная конструкция, которая надежно крепится к штанге. Размеры сборщика фруктов позволяют снимать с ветвей достаточно крупные плоды, которые затем аккуратно попадают в хлопчатобумажный мешок, при этом не повреждаясь при падении. Хлопчатобумажный мешок можно снимать для чистки и стирки. Термос. С ним горячая еда или питье всегда будут у вас под рукой. Термос с двойными стенками из стали и вакуумной изоляцией. Оттого еще лучше сохраняет температуру содержимого. Благодаря этому, а также возможность менять крышки, станет надежным компаньоном как велопрогулки в знойный день, так и в пеших вылазках на природу в зимнюю стужу. Закрывать и открывать крышку можно одной рукой. В открытом виде крышка фиксируется, поэтому можно не беспокоиться, что при наклоне она ударит по носу. Помимо этого, эта крышка оснащена страховочной защелкой, верно предохраняющей от спонтанного раскрытия в рюкзаке или в сумке. Непромокаемые носки – это недорогое и эффективное решение проблемы промокшей обуви ног в весенний или осенний период. Если ваши ботинки или сапоги насквозь промокнут, они станут отличной заменой сухой сменной обуви. Полиэстеровое волокно с активными добавками на основе серебра, которые вплетаются непосредственно в нить ткани, а не наносятся на ее поверхность. Благодаря своей специальной структуре эффективно отводит влагу с поверхности кожи и тут же ее испаряет снаружи ткани, таким образом защищая организм от перегрева и оставляя кожу сухой. А вот и обещанный конкурс. Приз конкурса 100 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какая пора года у вас любимая. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!